Впервые в Пинске состоялась биржа деловых контактов, перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов. На подобного рода мероприятиях разработчики ищут партнеров, потенциальных потребителей, развивают деловые связи. Организаторы – Государственный комитет по науке и технологиям, Полесский государственный университет и технопарк Полесье. В Пинске на бирже деловых контактов работало две секции – биотехнологии и инженерия. Было представлено 27 разработок. Проекты презентовали представители университетов Бреста, Барановича и Витебска, Республиканского научно-практического центра детской хирургии, Университета биоресурсов и природопользования из Киева и многие другие. Идеи Брестского государственного технического университета не только на бумаге. Часть из них уже реализованы. Так, например, разработали специальное покрытие, которое сегодня предлагают использовать и для летнего амфитеатра в Витебске. Но это далеко не все. Полностью беспилотный транспорт. В городе Бресте уже принята программа. Облсполком выделил деньги совместно с предприятием Белкоммунмаш, серьезное предприятие, которое производит электрический транспорт. Мы будем делать беспилотную систему. Вначале мы сделаем только один такой электробус на 6 пассажиров. Также мы здесь еще представляем умный светофор. Вот для города Бреста будет. Может, и для Пинска будем со временем умные светофоры делать. И система, вот здесь показано маршрут, это умная остановка. Разработки Полесского государственного университета были представлены как в сфере биотехнологий, так и в инженерии. Пинчане рассказали о перспективах развития персонифицированной медицины. В данном случае мы представляем здесь разработки, которые связаны с фитнес-программами. То есть в зависимости от результатов этого исследования можно рекомендовать конкретные, так сказать, подходы к человеку с учетом его, так сказать, роста, весовых параметров и особенностей индивидуальных, тех, что к нему перешли от папы с мамой, скажем. 2 года сотрудничества Полесгау и юридической консультации Пинского района и города Пинска воплотились в энциклопедии правовой жизни предприятия. Этот правовой документ, образцы вот этих правовых документов, это наталкивает на определенную мысль и поможет студентам и будущим специалистам принять правильное правовое или управленческое решение. 16 предприятий представили реальный сектор экономики. Для них разработки ученых – это инновационный толчок, который позволит выйти на более высокий уровень. На сегодняшний момент мы приехали посмотреть на научные разработки, которые организованы в области транспорта, какие инновационные проекты действительно можно было бы совместно, то есть, разрабатывать, потому как научно-исследовательский институт – это прогресс как в развитии нашего транспорта, оптимизации транспортных систем, и плюс ко всему, то есть, точно так же найти, может быть, партнеров по обучению. Интерес к мероприятию проявили представители городской администрации. Те технологии, которые предлагаются на этих выставках, они на сегодняшний день актуальны, и есть смысл в их развитии и в дальнейшем, скажем так, усовершенствовать. В результате встречи разработчики и представители предприятий запланировали переговоры. Были подписаны более 10 договоров о намерении внедрить разработки.